Всем привет, Портовик.ру, рад раздавать подарки. Это я к тому, что пришло время подвести итоги нашего конкурса. Помните, мы объявили конкурс, в котором решили разыграть два фирменных комплекта навигационной программы «Автоспутник». Здесь лицензия, полный набор, то есть в комплекте идут карты памяти microSD на 2 гигабайта и вообще хорошая навигация сама по себе, 3 года бесплатного обновления. Но призы, это еще не все призы, призов-то у нас много. Кружка «Портовик», флешка «Портовик», майки «Портовик» и «Палмшоп». И, в общем, 20 человек у нас зарегистрировалось. Сейчас мы выберем 5 победителей. И чтобы все было без обмана, я все это делаю у вас на глазах. То есть это, конечно, не прямой эфир, но, тем не менее, ни одной склейки, никакого монтажа. Все перед глазами у вас. Мы 20 участникам присвоили 20 номеров, соответственно, да, 20 цифр. Я их написал вот на таких вот обычных бумажках и написал, даже написал, вот заметьте, видите, вот номер 7, например. То есть написал их ручкой, а не маркером, чтобы они не просвечивали, чтобы, не дай бог, что-то. Вот там номер 2, номер 12. Я их вот так все перемешал. Сейчас на ваших глазах определим победителя по старой доброй традиции с места с последнего на первое, с 5 на первое. Такая прозрачная штучка, чтобы все без обмана. Всыпаем туда 20 бумажек. Напомню, что мы разыгрываем 2 фирменных комплекта автоспутника. Это главное. Плюс майки, флешка, кружка. Сейчас я даже зажмурюсь, да, чтобы все было по-честному. Так, сначала 5 место, кому достанется майка «Палмшоп». Перемешал. Номер 1. Вот как перемешал. Номер 1. Все видят номер 1. Сейчас посмотрим, кто это. Номер 1. Вот у нас список участников. Пользователь с ником MMSokolov60. Первый победитель готов. Поехали дальше. Вторая майка. Номер 9. Или это 6? Нет, это 9. Номер 9. Смотрим, кто у нас под номером 9. Это вторая майка. Всем видно? Номер 9, номер 9, номер 9. Человек с ником Сантехник. Он написал, что как раз собрался коммуникатор покупать, и карта GPS ему тоже будет очень кстати, но мальчик ему тоже будет кстати. Ничего, у нас розыгрыши еще будут. Дальше поехали. Дальше у нас набор из кружки «Портовика» и фирменной флешки «Портовика». Номер 4. Всем видно, четвертый номер. Четвертый номер получает кружку и флешку. И кто это? Номер 4, номер 4. Нет, вот это я не прочитаю. CHG и дальше Милок. Он написал, что же, думаю, стоит тоже попробовать поучаствовать, а вот повезет. Но мы ему ответили, что 4 это хорошие цифры, действительно хорошие. Тебе повезло. И, наконец, самое главное. 2 фирменных комплекта автоспутника. Кому достанутся? Сначала 1. Давай, давай, мешайся, мешайся. Номер 8. Что-то у меня все однозначное тут. Ну, я так мешаю, все при вас, все видите. Номер 8. Посмотрим, кто у нас номер 8. Это автоспутник.
Ха-ха! А номер 8 это наш постоянный читатель Максимчик. Вот уж дочитался человек. Номер 8, Максимчик, поздравляем. И последний автоспутник. Ну, сейчас надо хорошо перемешать. Первый. Кому достается последний автоспутник, смотрим. Номер 14. Вот он, 14 номер, автоспутник. Посмотрим, как тебя зовут, кто ты есть. 14 номер, это... Серж Сиаш, он написал: «Всем привет, теперь я желающий выиграть. Буду присылать баги и ошибки сразу, как только узрею их в автоспутнике». Будешь, человек, у тебя есть автоспутник. Супер. Итак, значит, напоминаю, номер 14 и номер 8, 8 даже я запомнил, это же Максимчик, выиграли автоспутники. Номер 4 выиграл кружку и флешку. Номер 9 и номер 1 выиграли майки Палмшоп и Портовик. Майки есть разных размеров, так что приезжайте, забирайте. В текстовой части нашего материала мы напишем, куда приезжать. В общем, вот столько у нас еще. Вот столько у нас еще осталось. Давайте, чтобы без обмана все, без клей, при вас остались номера 18, 19, 13, 6, 15, 5, 2, 16. 12, 7, 17, 11, 3, 10 и 20, последний. Ну, в общем, все было при вас, все без обмана. Напомню, по 5 победителей, номер 4 и номер 8. И номер 14, главные, номер 1 и номер 9 по маечке. В общем, приезжайте, забирайте и... На следующей неделе мы объявим новый розыгрыш, автоспутники у нас еще есть. Редакция Портовик.ру любит раздавать подарки. Оставайтесь с нами.